Здравствуйте, мои дорогие телезрители. С вами Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Сегодня, как я вам и сказала, сегодня я иду опять по работе. У меня определенный заказ Michael Kors, и мне нужно зайти в Max Mara, тоже спросить кое-что. Вот такая сегодня я красивая. Хотите посмотреть мою обновочку? И у тебя месса. Vai. Io tengo questo. E io rubo la borsa, va bene? Corri via. Grazie mille, gentilissimo. И вот он наш любимый гармонист. Ну как можно не пойти на такую музыку? Я закупочку. Значит, купила я красивую сумку оранжевого цвета, все-таки купила. Очень красивая. Подсмотрелки будут дома. Вот он пакетик. Ой. Я сейчас пойду на рынок, куплю перчатки. Вот эту сумку оранжевого цвета. Вот, как понимаете, я здесь очень часто прохожу. Здесь художники, я вам показывала неоднократно, рисуют. Вот эта девушка сегодня, например, нарисовала Мона Лизу. Я помню, как-то нарисовали здесь Мона Лизу с маской. Мне это не понравилось. Красиво, слов нет. Видите, да, мелками рисуют, потом растирают руками. Поэтому это очень трудоемкая работа. А завтра уже этой картины здесь не будет, потому что это все на асфальте. А мне нужно, как я вам и сказала, зайти на рынок. Buongiorno. Buongiorno.
Вот они, наши перчатки. А нет, перчатки не здесь. Я думала, questo guanti, но guanti più avanti. Ярко, красиво. Ну, рынок есть рынок. Бонасера. Рынок есть рыночек. А мы ищем перчатки. Бонасера. Гуанти, dove si trova? Grazie mille. Тут апульти. Mi sa, è chiusa oggi, per ora? È chiusa. Morto. К сожалению, перчаток сегодня нет. У этого человека умер дедушка или бабушка, я не знаю, не поняла так. Поэтому он сегодня отсутствует. Но я пойду в другой магазин. Здесь есть рядом магазин с перчатками Бонасера. И я пойду туда, спрошу, какую цену. Если нормальная цена, то, в принципе, там можно тоже купить. Сейчас посмотрим. На моем канале это, как знаете, и покупка, и развлечение. Ну, потому что многие люди просто могут посмотреть, как я закупки делаю, как я гуляю. Видите, одновременно у меня и магазины, и стрит-стайлы, и прогулочки вот такие. Не люблю таких, знаете, у меня мало таких подписчиков или просто телезрителей, которые там могут написать неприятную вещь, типа ужасно, как тебе не идут эти очки. Ну, не идут, не идут, а мне нравится. Самое главное, мне нравится, и все. На вкус и цвет товарищей нет, знаете, кому-то нравится, а кому-то нет. Может, я специально их одела, чтобы именно... Заглянули, что-то написали. Я шучу, на самом деле я одеваю то, что мне нравится, и все. Таких принципов я всегда придерживаюсь. Поняли, да, если прямо идти, то будет Ponte Vecchio. Вот и мои новые кроссовочки Puma. Такие же кроссовки я купила моей сестре. Ну, хочу вам сказать, что, в принципе, они нормальные, но учитывая, что они новые, немножко мне натирают, где мизинец. Но знаете, после лета, когда одеваешь закрытую обувь, то всегда так, потому что я сейчас привыкла ходить в босоножках. Что это? А, Ренейро. Да, Ренейро тоже хорошие сумки, красивые. Дерево очень дорогое. Это ручная работа итальянских мастеров. Видите, здесь все такое для дома. Я просто на рынке как-то видела такие вот деревянные принадлежности. Цены, смотрите, вот эта ложка 12 евро, доска 24 евро, 220 евро, такая большая.
Ну, здесь большой магазин. А вот они и перчатки. Мне надо как-нибудь сюда прийти и сделать видеообзор, если мне дадут разрешение. Если не дадут, то у меня есть еще один магазин, где точно мне можно сделать, потому что я там работала. Так, антишелком 39 евро. Из подклада, не знаю, сейчас спрошу. Ну, ассортимент большой. Здесь, видите, витрины. На кашемире 45, это вот такие перфорированные. Немножко удлиненные 55. Немножко удлиненные. Вот такие на меху 89 евро. Вот такие на меху тоже укороченные. Кожа мягенькая. Внутри кашемир, а сверху вот такой вот мех. 69. Вот такие 79. Вот такие, видите, без пальчиков. Вот так вот они сделаны. 79. Потому что внутри мех. А без меха вот такие, вот такими пальчиками, стоят 39. Ну, видите, цены все разные. Вот такие вот для вождения 39. 69 вот такие. Ну и с правой стороны, конечно, тоже очень много моделей. Цветовые гаммы тоже разные. Здесь написано 69 евро. Ну, я не знаю, цена относится ко всем вот этим моделям. Или надо спрашивать. Такие вот с пуговичками немножко удлиненные. Вот такие. Смотрите, вот на рынке похожие есть. Я вам говорила, что там вот эти вот сами точечки сделаны из материала, а здесь из кожи. Вот они стоят 59 евро. Вот такие вот тоже. Ну вот классические, обычные, на кашемире 39 евро. Красивые. 139 евро вот такие длинные. Красивые вот эти. Двадцать 29 евро стоит вот этим. А я беру вот такие грацимили. А я беру вот такие перчаточки. Это без подклада, хорошего качества. В общем, перчаточки обалдеть. Я сейчас покупаю и ухожу.
Я сегодня растеряшка. Очки забыла там, где я проходила, но там мой знакомый. Я сегодня натерла так ноги себе кроссовками, потому что они новые. Я к своему знакомому зашла, чтобы туда ваточку подставить. И очки свои забыла, придется возвращаться через него. И я сейчас присела немного отдохнуть. Взяла мороженое, чтобы охладиться, потому что я устала. У меня ноги вот болят от того, что обувь. Не то чтобы неудобно, она новая, и мне некомфортно. После лета, вот после вот босоножек, устала очень сильно. Хотя я, знаете, весь день бегаю на ногах, так не устаю, как вот за какой-то час. Сейчас я иду на Понте-Векио, хочу узнать по поводу золота, сколько там это все стоит. Тоже по заказу. Пока я здесь нахожусь рядом, сейчас зайду. Ну, а мне приятного аппетита, а с вами увидимся чуть позже. Ну, моя работа и мой день продолжается. Я нахожусь на Понте-Векио. Как я вам и сказала, я иду сюда, чтобы узнать, сколько стоит то или иное украшение, которое у меня спросили. Так, у нас красиво. Ну вот, мои дорогие, здесь ювелирные изделия. Умопомрачающие. Questo è corallo di Sardegna. Sì, oro 18 carati, oro giallo. 18 carati. Il prezzo di questo è 1200 euro. 1200 euro. Il prezzo di questo è 1090 euro. Rosso, perché la donna non gli piace il blu. 1900 euro. 1900 euro. Prekrasno. Grazie. Ну, красиво, красивые ювелирные украшения, конечно. Слов нет. Один только восторг. Ну, на кузи хочу видеть. Вот такая вот застежка с задней стороны. Видите? Вот так гвоздик, и вот это закрывается. Значит, 18 карат золота. И это коралло натуральный. Sí, sí, del Mediterraneo. Натуральный коралл. Да, чувствую я натуральный это коралл. Вот такие серьги. И размер вы видите, да? Вот такой. Костано? 1350. 1350. 1350.
есть вот такое кольцо, оно, конечно, немножко другое, чем которое вы мне послали, потому что я еще то не нашла, может быть, они закрыты, может быть, я сейчас найду. Но вот такое вот кольцо тоже, натуральный коралл, золото, 1150. Эоро дичотто карати, 18 карат золота. Questo oro italiano, итальянское золото, все ручная работа, коралл, вот такая цена, 1150. Ой, quanto sono. Посмотрите, очень много здесь изделий, все они разные, показываю я вам медленно. Это все золото. Ну вот плюс-минус цены вот такие, потому что золото и натуральный коралл, который очень тяжело добывается. Мне так объяснили. Так, и вот такие вот сережки и кольцо. Это тоже коралл натуральный. Он нежно-розового цвета. 570 евро. Вот так оно выглядит, чтобы вы понимали, какой коралл размером. И есть еще вот такое кольцо, если там, если здесь квадратик, то здесь вот такое вот овальное, тоже коралл розового цвета, цена 470 евро, это золото, белое золото. Вот такое кольцо, тоже 18 карат, это натуральный жемчуг, и посмотрите, какая работа, 1190 стоит это кольцо. I don't think you can find on the bridge. No. Ah, okay. Thank you. You're welcome. No. 1030. 1550. Восемьсот девяносто. Дорогие мои телезрители, вот так вот у меня проходят дни, ну, как бы рабочие, и я это за работу считаю, не отдыхом, конечно, потому что это же работа, я хожу и вот делаю съемки, и одновременно все узнаю, покупаю, конечно, это работа. Людей очень много. Thank you.
до скорой встречи. Пока, пока. Я нахожусь на Понте-Векио, то есть вот прям рядом-рядом. Здесь золотые украшения, а напротив есть магазин. И здесь продают рубашечки мужские, хорошего качества. Шелк, хлопок. Надо зайти еще, просто зайти, посмотреть, полностью сделать обзор. Потому что ассортимент очень большой и, конечно же, красивые рубашки хорошего качества. Видите, цены. Значит, камичи — это рубашка по-итальянски 79 евро. Кровата — это галстучки 25 евро. Бретели 49, ремни 49. Вот такие вот цены, вы видите, да? Рубашки 79 евро. Тут очень большой ассортимент красивых рубашек. Очень красивые принты. Видите, да, мужчины примеряют. Да, такие красивые рубашечки, конечно, я бы хотела бы видеть на Витальке. Очень красивые. Виталий покупает, у него очень много рубашек. Просто сейчас он работает не в таких условиях, что такие рубашки только на работу или когда мы гуляем. Смотри, какие рыбки. Прелесть. Я обожаю, когда такие рубашки. Не скучные. Шелк. Здорово прокатиться по Флоренции. И сейчас они поедут по Лунгарно. Такая прелесть. Знаете, сколько стоит мороженое здесь? В центре, прям возле Понте-Векио. Маленький стаканчик 5 евро. Ну, чтобы вы понимали, например, где я проживаю, тоже в Флоренции, конечно, в центре, но не прям вот здесь, а немножко туда, в сторону. Так, 15 минут ходьбы на пешком до дому. И там стоит, например, такой стаканчик 2,5 евро. То есть двойная цена. Я говорю, так дорого, когда я покупала. Он говорит, за хорошую жизнь не надо платить. Я такая, согласна. Ну, про себя думаю, да, но это слишком. Просто здесь аренды, понимаете, какие огромнейшие. Вот на таких улицах аренда достигает 10 тысяч евро в месяц. Вот так. Сейчас вот эта коняшка проедет, и я пойду. И вот где я перчаточки купила, туда сейчас тоже заходят женщины. Там постоянно клиенты, потому что это магазин специализирован на перчатках.
Поэтому здесь есть все размеры и все цвета практически. Я хочу задать вам вопрос, мои дорогие телезрители. Вам нравятся такие прогулочки со мной? Мои закупки, когда я вот так вот захожу, смотрю. Просто, понимаете, я не просто так выхожу, чтобы просто стрестаю вам снять. Я хожу по делам. Вот видите, я сделала закупки. Здесь у меня, на другой стороне у меня Макс Мара, да? И сейчас еще у меня надо что-то купить. Посмотрим, есть ли в наличии или нет. Мне вот интересно, вам нравится такой формат? Вам нравятся такие влоги? Вот такие вот прогулочки? Или вам просто нравится, как я буду тихо, молча показывать вам стрит-стайл? Просто я стараюсь как бы показать вам и стрит-стайл, и, конечно же, витрины, и, конечно же, иногда даже захожу в магазины и приобретаю то, что мне нужно. Очки. Посмотрите, какой магазин с шарфиками. Шарфики на любой вкус. Здесь что? А здесь продают консерванты, я так думаю, что... Да, смотрите, такие баночки, да? Здесь пробник, люди могут пробовать. Паштет. Все люди дегустируют и потом заходят, если им что-то понравилось, они могут прикупить. Там сухарики и вот так вот пробуют. Я, как всегда, хочу попробовать. Это тартуфо. Она в разных, виде, ну, в паштете. Необычно. Вкусно, но я не привыкла. Все, что незнакомо, для меня прям незнакомо, но вкусно. Вкусно. Чтобы вы понимали, вот я попробовала вот это классический. А также есть здесь разные. Люди подходят и пробуют. А потом покупают. Bueno? Тут. Ребятки, я попробовала впервые тартуфу. Позорище. Ну, тартуфа это вообще-то, знаете, не дешевая продукция. Тяжело добывается. Потом, вот такая маленькая баночка стоит вот 20-25 евро. Ну, люди, видите, покупают. Это деликатес. Я только что зашла в H&M. Это такой магазин, кто не знает. Типа Zara, Piazza Italia. Ну, наверное, вот на этом уровне. Так. Есть неплохие вещи. Неплохая одежда. Я смотрю всегда, если это хлопок или сама модель. Ничего, я могу и взять, в принципе. Что я и сделала. Сейчас на скидках взяла плащ черного цвета. Остался только один моего размера. Я его померила. Просто отлично. И еще взяла... Ну, это платье, оно такое, знаете, легкое-легкое. Знаете, такой легкий хлопок. Похож на такой тонкий, тончайший хлопок. Знаете, вот прям как марлечка. Очень приятная расцветка. Я вам все это покажу дома. Обязательно.
обязательно. Красивый. Да, дорогие мои телезрители, скидки скоро заканчиваются. До конца августа, я думаю, еще как-то будут. Какие-то уже прям все, уже нету ничего, все распродано. Сегодня я сама убедилась на Michael Kors. Половина того, что я заснимала, нет. В наличии уже все продано. Полная пакетами, так тяжело, я уже иду домой. Сегодня уже приедет Виталик с моря, мой рыбачок. Сегодня мы будем готовить бистеку флорентину. Он ее любит, ручки ей целует. Это приятно смотреть.
на этом я с вами прощаюсь, мои дорогие телезрители. Спасибо, что вы были со мной, что вы подписались, что вы поставили лайк. Нажимайте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами была Регина из Италии из прекраснейшей Флоренции.